Челябинске достроили микрорайон, против которого выступали жители. Речь идет о застройке берега реки Миас возле Ленинградского моста. Сейчас там вместо пустыря 5 домов с детскими площадками, зеленой зоной и благоустроенная набережная. Изменили ли челябинцы свое мнение о проекте, расскажет Мария Агеева. Маленькая Маргарита карабкается на карусель под присмотром тети. Излюбленным местом для прогулок Ольги Кожевниковой и ее племянницы стал двор соседней новостройки. Здесь уютная детская площадка, объясняет женщина. А рядом набережная с молодыми ивами и асфальтированными дорожками. Жилой квартал построили на месте заброшенного сквера. В целом, я считаю, все-таки получилось неплохо. Потому что раньше здесь были заросли такие, в зарослях в этих помойка была. В общем-то, с детьми особо не погуляешь. В Челябинске достроили микрорайон на берегу Миаса возле Ленинградского моста. Изначально жители относились к проекту настороженно. Боялись, что вырубка деревьев плохо скажется на экологии. А сегодня горожане с удовольствием гуляют по новой набережной. Вдоль нее вместо срубленных деревьев посадили шаровидные ивы. А во дворах новостроек – рябины, яблони, клены, черемухи и липы. В ливневой канализации установили очистные сооружения, чтобы в реку не попадали грязные дождевые стоки с примесью бензина и масла. От прогулки у воды не удержался и министр строительства. Виктор Тупикин проверяет результаты работы застройщика. Мы тоже переживали, когда началось строительство. Понятно, что было определенное возмущение определенной группы людей, которые рядом живут. Мне кажется, сейчас это иссякло. Я задал вопрос и району, и задал вопрос застройщику. Вот уже в этом полугодии, в этом году, за эти почти 5-6 месяцев, замечаний и жалоб уже не было. За строительством квартала следили и экологические активисты. Общественники добивались озеленения и помогали расчищать берег и дно реки от мусора. Несколько вот десятков КАМАЗа мусора здесь, когда все это равняли, смотрели, наблюдали, чтобы были соблюдены все экологические нормы, чтобы никакой строительный мусор сюда не попадал. Даже не очень благоприятный был в криминальном отношении район. Сейчас мы видим, что нет элементов, скажем, асоциальных. К концу месяца в этот микрорайон переедут новые жители. Это переселенцы из ветхих домов из 14 городов и районов Челябинской области. Мария Агеева, Антон Захаревич, ОТВ.